Whoa! You ain't get all that. I bet you ain't get all that. Сейчас будет, а этот будет сейчас Винтер вызывать. А по встречке ты посмотри. Вопрос номер один, это из чего подвал? Если подвал и залит бетоном, это такая большая бетонная монолитная конструкция, то не так-то это страшно, даже если будет дом без вытяжки, у нас что пострадает, это люди, которые будут мыться, потому что будет очень нужно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. Ну, недаром у нас все фундаменты. Октября 2014 года серия ЭЛ номер ТУ-24-00-855, выданная Енисейским управлением Роспомнадзор. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
там обычно делают на регистраторах, ближе подъезжают. Прогнозом синоптиков, температура воздуха составляющая от 0 до минус 2 градусов. Днем ожидается от 7 до 9 градусов выше 0. Переменная облачность, небольшой дождь, хорошая погода. Слушайте Ретро-ФМ. Красноярский прогноз погоды на Ретро-ФМ представляет ресторан русско-дворянской кухни «Барышня». Скидка при заказе блюд на вынос 20% в месяц. Чего? Сдал, говорю, назад на телефон. Привет. Чего говоришь, брат? Дай назад, я проеду и разойдем. Я сдаю назад, говорю. Сдай назад! Я хочу сдать назад. Я рушила назад!